Здравствуйте! В эфире передача «Экономика дня». 29 мая в Баку на Олимпийском стадионе пройдет финал Лиги Европы. Столица Азербайджана должна будет принять, обеспечить жильем, транспортом и едой по разным оценкам десятки тысяч человек. Обсудим, как и чем готов встречать Баку болельщиков Лиги Европы, а также поговорим о доходах. Оценить экономический и социальный эффект от проведения международных мероприятий, в частности, спортивных соревнований, мне помогут директор Русской экономической школы ЮНЕК, кандидат экономических наук Мансур Бархударов, заведующая кафедрой маркетинга Азербайджанского университета туризма и менеджмента Эльмира Гаджаева и руководитель отдела международных связей Ассоциации футбольных федераций Азербайджана, координатор проекта «Баку Евро-2020» Кёнуль Мехтиева. Приветствую вас и спасибо, что уделили нам время. Кёнуль Ханум. Какие работы были проведены со стороны Футбольной федерации Азербайджана для встречи финала Лиги Европы? Необходимо отметить, что на последнем этапе тендера, на последнем этапе, скажем так, соревнований между городов, которые подали заявочные книги на проведение данного финального матча, мы соревновались с такими городами, как Стамбул и Севилья. И то, что УЕФА предоставила нам право проведения такого матча, это говорит о том, что наша страна и наш прекрасный город уже готовы к проведению такого рода мероприятий на достаточно высоком уровне. А сколько мы ожидаем гостей вот в пределах вот этого чемпионата? Я хотела бы отметить, что уже у нас есть факты о том, что болельщики из более чем 100 стран приобрели билеты на данный финальный матч, и мы ожидаем в районе около 40 тысяч иностранных зрителей на стадионе. А какие работы, какие-то специальные форматы работы были какие-то проведены? Необходимо отметить, что после того, как 20 сентября 2017 года исполком УЕФА объявил о своем решении предоставить нам право проведения данного матча в нашей стране, мы начали в сотрудничестве с УЕФА уже активную фазу подготовки к данному матчу. Мансур Мелем, как по-вашему, каков эффект для экономики Азербайджана оказывает вот принятие таких мероприятий такого международного уровня? Во-первых, спасибо за приглашение. Дело в том, что если мы будем оценивать эффект влияния от проведения таких международных мероприятий спортивного характера, тут конкретно применяются какие-то методы. То есть эффект экономического влияния, это первый показатель. Этот показатель измеряется двумя методами. Первый метод – это ex-ante анализ, а второй метод ex-post анализ. Но это скорее больше теоретическая основа. Да. А вот мы с вами говорим о практике. То есть были ли проведены вообще какие-то измерения раньше? Есть какие-то цифры? Но мы можем сказать, что впервые в 2017 году Азербайджан, в платежном балансе Азербайджана появилась статья, которая показывает первые положительные сальдо притока туризма. В целом, от проведения таких международных мероприятий как бы экономическая активность проявляется во всех секторах экономики. Ну, первым долгом в туристическом секторе. Но другой показатель, это как бы показатель, который дает мультипликативный эффект. Поэтому если с такого контекста подойти к данной проблематике, можно сказать, что проведение таких международных мероприятий непосредственно влияет на формирование бренда страны, корпорации страны, товаров. В мировом масштабе. Да, в мировом масштабе. То есть под эгидой Made in Azerbaijan сегодня это был самый короткий путь для того, чтобы продукты азербайджанского производства как бы внедрились в международные рынки в кратчайшие сроки. Я думаю, что этот показатель, мультипликативный эффект, который дает мультипликативный эффект по всем... То есть эффект накопления. Да. Эффект накопления эффект и усиления в дальнейшем будущем периоде. Совершенно правильно. Что это открывает новые возможности, новые благоприятные условия для развития национального производства в целом и для экспорта товаров азербайджанского происхождения по различным географическим направлениям. Итак, Эльмира Ханум, насколько способствует проведение игр развитию туристической индустрии нашей республики? Здесь, конечно, надо указать, что эффект
и вливания в страну, а именно инвестиции, они, конечно, располагаются на тех мероприятиях, которых вот указывали, да, мы впереди нашей, то есть с самого начала нашей передачи. Это говорит о том, что эффект он просит таких мероприятий, конференций, различных спортивных игр. И также надо располагаться на то, что различные виды туризма, они распознаются самими, значит, посещаемыми здесь гражданами, иностранными гражданами. Естественно, это будет влиять эффективно на прозрачность финансовой системы нашей страны, а именно на государственный бюджет, с учетом профицита государственного бюджета, потому что, как мы знаем, что сейчас большую часть располагается на развитие агропромышленного комплекса и туристического сектора. Поэтому эффект, который будет наблюдаться от туристического сектора и с помощью проведения различных мероприятий спортивного характера, он будет воздействовать прежде всего на валовый внутренний продукт страны. И я бы хотела привести вот такие вот данные, статистические данные, которые они напечатаны. Здесь, конечно же, указывается, что в 2019 году это помогло, значит, привести рост инвестиций на 9,7 миллиард долларов. Это не маленькая сумма. То есть все мероприятия, которые проводятся, они проводятся с учетом инвестиционного характера, привлекательности инвестиционного характера у нас в Азербайджане. А это, следовательно, доходность нашей страны. Кюнур Ханум, вы, конечно, работаете в сфере именно спортивных мероприятий. А как, по вашему мнению, какого количества, каких еще мероприятий не хватает в Азербайджане? Думаю, спортивных мероприятий и мероприятий, может быть, развлекательного характера. Но мы можем говорить с точки зрения футбола, конечно. И мы хотели бы сказать, что кроме Лиги Европы, вы, наверное, знаете, в 2020 году мы еще будем проводить и 4 матча. Да, вот это вообще очень интересно. Расскажите, Европы. Пожалуйста, как же идет подготовка к этим мероприятиям? Мы также подали заявочную книгу в 2013 году. Она была завершена и представлена в УЕФА. И позже в том же году нас объявили одним из городов организаторов Евро-2020. Мы будем проводить 4 матча данного турнира, 3 групповых матча и 1 четвертьфинальный матч. Достаточно солидное и очень ответственное мероприятие. А сколько гостей планирует мы увидеть, принять в 2020 году? К сожалению, на данный момент этих цифр у нас нет, так как только в июне этого года начнется продажа билетов. Ну, предыдущие мероприятия в других странах же проводились, но аналогичные хотя бы. Если мы только на один матч Лиги Европы ожидаем приезд 40 тысяч человек, то вы можете помножить эту цифру. И, то есть мы ожидаем достаточно большое количество зрителей. То есть, там нужно сотни тысяч. Мы можем говорить и о таких цифрах. Мы ожидаем миллионы людей, которые посетят наши фан-зоны. То есть мы ожидаем, что она будет одной из лучших в ходе Евро-2020. Если считать, что еще среднестатистический турист тратит порядка $100 в сутки на еду и так далее, то просто счастью наших ательеров не будет предела. Да, конечно, футбол как вид спорта, как феномен, он имеет очень много граней и оказывает очень сильное положительное социально-экономическое влияние. Монсер Мэдэм, вот в предыдущем ответе вы говорили о расчетах. Так вот теперь подходим более такому теоретическому основу. Из чего составляется экономический эффект вообще проводимых мероприятий? Обобщающим показателем является эффект экономического влияния. Это обобщающий показатель. То есть от проведения таких международных мероприятий, какой эффект, какие экономические дивиденды получает национальная экономика в целом. В частности, от проведения таких мероприятий выигрывает в первую очередь, как мы отметили, туристический сектор. Но это отражается в основном по двум направлениям. Развитие гостиничного бизнеса и развитие ресторанного бизнеса. В основном, по двум направлениям. Кроме того, как мы отметили уже раньше, это влияет и имеет и мультипликативный эффект. То есть прогнозируемый экономический рост страны и местные доходы. То есть доходы города, доходы регионов, где проводятся именно такие международные мероприятия. До проведения этих игр и после проведения,
То есть результаты, результаты, базовые результаты и конечные результаты после проведения мероприятий как бы сопоставляются и измеряются. Какой эффект? И мы за короткий период и за длительный период. Если взять мультипликативный эффект для национальной экономики, то это в целом влияет, положительно влияет не только на внешнюю торговлю. И в сфере инвестиционной деятельности в целом. То есть, как мы отметили раньше, что если такие мероприятия часто проводятся, значит, много граждан, иностранцы посещают страну. Так ли? Значит, и бизнес-среда улучшается. И улучшается как бы инфраструктура страны. Да, это в целом, в принципе, да. Один инфраструктура. Дает. И в основном для страны формируется серьезный имидж. Азербайджан формировал свой имидж как надежного партнера. Это показывает того, что проведенная политика азербайджанским руководством Азербайджана, это эффективная политика. Это дает уже свои плоды. Значит, Азербайджан на правильном пути. Так как в течение краткого времени Азербайджан формировал свой имидж надежного партнера, уже сегодня в различные секторы азербайджанской экономики, не нефтяного сектора, прослеживается тенденция, положительная тенденция, то притока иностранных инвестиций. Это именно мультипликативный эффект тех международных мероприятий, которые проводятся в Азербайджане, в частности, в Баку. Ну, в первую очередь мы должны говорить именно прямой эффект и мультипликативный эффект. Прямой эффект – это непосредственно отражается в доходах, в местных доходах и в экономическом росте страны. А второй – это мультипликативный эффект, который положительно влияет, еще раз повторяю, на внешнюю торговлю и на инвестиционную деятельность страны. Кирилл Ханов, может быть, вы откроете еще какие-нибудь секреты? То есть 2019 год мы поняли, что нас ждет в 2020, а какие сюрпризы могут готовить, в принципе, еще футбольная ассоциация в других периодах? Необходимо отметить, что мы в 2000 начали свое портфолио международных спортивных мероприятий в 2012 году с организации чемпионата мира среди девочек до 17 лет. Это был первый турнир такого масштаба, проведенный в нашей стране. Он был проведен достаточно успешно, с большим количеством команд и с очень хорошей церемонией открытия и закрытия турнира. Было трудно. Но ничего легко не бывает. Да, было трудно, но было очень интересно и очень эффективно. Это сыграло огромную роль в развитии женского футбола в нашей стране, который мы фактически начали развивать с нуля. И вот, упоминая подобного рода мероприятия, необходимо обязательно отмечать социальную значимость футбола для нашего общества. Вот тогда параллельно вопрос. Развитие футбола в стране – это тоже дополнительный экономический эффект. Вот расскажите, пожалуйста, более подробно. Развитие футбола, конечно же. Но прежде всего я хотела бы упомянуть, мы как негосударственная организация очень заинтересованы именно в социальном аспекте футбола для нашего общества. Футбол, как я уже упомянула, как феномен, как очень особенный вид спорта, имеет очень много граней и оказывает очень положительное социально-экономическое влияние на страну. Это развитие футбольной инфраструктуры в целом в нашей стране, вообще в стране, в которой развивается футбол. Это открытие дополнительных рабочих мест. Это продвижение целей, идей здорового образа жизни через футбол. Это развитие целевых, особенных СМИ, необходимых для продвижения и для промоушена футбола в целом. То есть это все говорит о дополнительных рабочих местах. То есть это, дополнительных вливаниях. Да, дополнительные рабочие места, дополнительные вливания. Это очень, скажем так, положительный вид, развлекательный вид развлечений для... Эльмира Ханум,
Здесь сейчас говорили очень много о накопительном эффекте и вообще об имиджевом эффекте этих мероприятий. Скажите, пожалуйста, как по-вашему, насколько вот такой положительно созданный имидж может помочь экономике Азербайджана выйти на мировой рынок для того, чтобы достойно представить себя и получить какие-то преференции дополнительные? На ваш вопрос, Юрий, конечно, хотелось бы ответить, что эффект, который был задан до вопроса предыдущим, хотелось бы сказать, что данные мероприятия, которые проводятся у нас в стране, они опять-таки говорят о том, что страна как имидж свою, как имидж страны, это будет иметь положительный аспект. Положительный аспект рейтинга страны, он будет заключаться в том, что все показатели, экономические показатели, макроэкономические показатели страны, они будут улучшаться. Как и было, конечно, сказано прогнозно, к 2020 году. К 2020 году все вот эти мероприятия, конференции даже, надо указать, которые проводятся культурного характера, неоднократно мы видим, что Азербайджан принимает иностранных гостей с учетом проведения здесь различных бизнес-форумов, даже можно сказать. Бизнес-форум – один из них, который будет проводиться в европейском сообществе. Также будет показывать, что малое и среднее предпринимательство, оно тоже показывает макросреду нашей страны. И с учетом этого конкурентоспособность на спортивной площадке будет еще раз показывать макроэкономическую стабильность нашей страны с учетом ее дальнейшего развития, с учетом развития именно предпринимательства. Как и говорилось, и как подчеркивал президент Ильхам Алиев, все мероприятия, которые проводятся у нас в стране, они проводятся с учетом развития предпринимательского сектора также. Поэтому предпринимательский сектор, который наращивает объем выпуска продукции, еще раз показывает одну из располагающих повышение, значит, производства готовой продукции и вывоз ее за рубеж. Как Мансур Мялим подчеркивал, торговые дома, а также которые неоднократно мы видим и свои плоды приносящие, торговые дома, они, конечно, как одно из соответствующих интеграционной компоненты экономики, также говорит о том, что в глобальном мире необходимо располагаться на все темпы экономического роста, которые мы сейчас указываем, а именно на спорт. То есть смежность отраслей народного хозяйства, развитие отраслей народного хозяйства с учетом спорта имеет большое значение. То есть спортивные мероприятия, которые целенаправленно проводятся с тем, чтобы были инвестиционные вливания в нашу страну, ее социальный аспект, это и, как было указано, трудоустройство, опять-таки говорит о том, что социально направленный государственный бюджет, он все-таки направляется на благосостояние, уровень, качество нашего народа. Поэтому в заключение тоже хотелось бы также подчеркнуть, что все вот эти мероприятия, они также позволяют нам повышать валютный резерв страны. Это и есть как раз и экспорт, развитие экспортного потенциала нашей страны. Это тоже один из аспектов вливания в нашу страну капитала. И, как мы говорили, даже это и есть одна из располагающих богатства страны, то есть торговля. Кюнель Ханом, уже много проделано, очень много проектов уже в работе. А по-вашему, что еще предстоит сделать? Я хотела бы тоже добавить по поводу положительного экономического влияния. Влияние спорта, влияние футбола. Хотелось бы отметить, что проведение такого рода мероприятий, как финал Лиги Европы, как Евро-2020 в Баку, будет способствовать положительной динамике в нашей экономике. Необходимо отметить, что несмотря на то, что эти мероприятия проводятся в нашей стране, в нашем городе, значительная часть расходов покрывается со стороны УЕФА. То есть это уже огромный эффект для нас. То есть мы тратим не так много, но приобретаем, получаем существенно для нашей страны. То есть это и формирование очень положительного имиджа и бренда нашей страны, нашего города. Необходимо отметить количество зрителей, которые сюда приедут, количество рабочих мест, которое открылось только в нашем местном организационном комитете по проведению Лиги Европы, по проведению финального матча Лиги Европы работало около 200 человек. То есть это дополнительные рабочие места, необходимо об этом указать. И необходимо указать, что подготовка к таким турнирам способствует регулярной эксплуатации большого и прекрасного Бакинского олимпийского стадиона.
Кроме того, это проведение подобного рода турниров создает благоприятные условия для малого, среднего и крупного бизнеса в нашей стране, то есть это предприятия общественного питания и отели и так далее. Большое всем спасибо за ваши подробные ответы. Время передачи «Экономики дня» подошло к концу. В этом выпуске мы постараемся оценить экономический и социальный эффект от проведения в Баку, в Азербайджане, международных мероприятий. Напомню, что 29 мая в Баку на Олимпийском стадионе пройдет финал Лиги Европы. Гостями по теме дня выступили Эльмира Гаджаева, заведующая кафедрой маркетинг Азербайджанского университета туризма и менеджмента, Кюнель Мехтиева, руководитель отдела международных связей Ассоциации футбольных федераций Азербайджана, координатор проекта «Баку-Евро-2020» и Мансур Пархударов, директор русской экономической школы ЮНЕК, кандидат экономических наук. Увидимся в эфире телеканала CBC и до новых встреч!